Наш край – один из самых благодатных регионов для сельского хозяйства, и выращивание овощей относится к перспективным направлениям. Свежие овощи имеют стабильный спрос на протяжении всего года, особенно они в цене в межсезонье. Так что при грамотном подходе к делу можно не только обеспечивать земляков вкусными огурцами и помидорами, но и хорошо зарабатывать. Все эти соображения, которые были усилены точным расчетом, помогло экономическое образование и сподвигли Олега Чернявского заняться современным тепличным бизнесом – выращиванием помидоров, огурцов и болгарского перца. Первые шаги – самые сложные, и они были сделаны. Получена земля, построена теплица израильского производства, подключены коммуникации. Выращивание овощей в закрытом грунте имеет свои несомненные плюсы. Только нужно хорошо знать технологию и строго ей следовать. Мы увеличиваем расстояние, за счет этого добиваемся того, что на меньшее количество кустов большее количество килограммов высококачественной продукции. Таким образом мы пытаемся улучшить и качество, и количество. При этом, как ни парадоксально, мы уменьшаем количество работы и количество кустов. Это и есть технологии. Для того, чтобы получить отменный урожай ранних овощей, нужно до мелочей соблюдать все агротехнические требования. Лучшие сорта рассады, правильный полив, подкормка, освещение – все работает на конечный результат. Не бывает мелочей, где-то пропустил одно, ну все, считай, погубилось урожай. То есть сложность в том, что ты должен всегда контролировать, что ты делаешь, что ты должен сделать, и планировать как минимум горизонт, ну хотя бы минимум на полгода. Предприниматель постепенно накапливает драгоценный опыт и старается развиваться качественно, интенсивно, не наращивая площади, а совершенствуя мастерство. Современная техника должна облегчить труд овощеводов. В моем идеале это максимально автоматизировать, поставить метеостанцию, автоматическое включение воды, автоматическое открывание, закрывание форточек, то есть автоматическая вентиляция. Это очень важно. Его мечта – создать при тепличном хозяйстве мини-цех, чтобы перерабатывать овощи. Собственные консервированные овощи помогут избежать потерь и получать дополнительную прибыль. Такие предприниматели, как Олег Чернявский, делают важное и полезное дело. Они наполняют прилавки наших магазинов отечественными, качественными овощами. Это реальное импортозамещение в действии. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».